если думать про номинацию, то вообще ничего хорошего не сделаешь. Поэтому старались думать все-таки о номере, а не о том, что вылетим ли мы с проекта или нет. Это все равно случится в один день. Об искусстве думали, да? Я-то что делал? Готовим такой страшный номер. Раздвоение личности. Но очень интересный, достаточно такой скоростной. Много элементов, мне кажется, сложных. Поэтому, ну, интересный номер, я думаю, будет захватывающий. Тот мюзикл, который мы выбрали, он не настолько популярен в России, его мало кто знает. Поэтому, наверное, зритель просто будет додумывать. Хотя песня у нас на русском языке, поэтому всем будет все максимально понятно и доступно. И надеюсь, что мы как-то своими эмоциями и движениями сможем передать смысл всего происходящего. Все кончено, что знаю я, никто не будет знать, как Эдвард Хайд людей губя терзал меня, никто не должен знать. Переступил я добра и зла грани. Который не снится, ты только страшный предсмертный сон. Полночь пройдет, и тогда исчезнет он. Это все не сон, мой друг, замкнулся этот круг. Разум твой был разделен давно. Я останусь, как неизлечимый твой недуг. Что предпримешь ты? Мной выживать обречен ты, и смерть заберет одного из нас. Я жду, когда ты вздохнешь последний раз. В первую очередь, уважаемые телезрители, я хочу присоединиться и от себя, и от вашего имени к поздравлениям в адрес Алексея Яшина. Счастья и здоровья тебе, Леша. А по поводу номера, который эта пара прокатала, я хочу сказать, ну, представляете, какая же сила в нашем проекте «Ледниковый период». Если мизерные 0,6% ваших голосов решили судьбу этой пары, если такая пара, как Дробязко и Яшин, выбывают первыми. Ну и номер наполнен смыслом, потому что в романе Роберта Стивенсона не с самого начала, а где-то с середины начинаешь понимать, что доктор Джекил и мистер Хайд — это одно и то же лицо.